Здравствуйте, мы семья Власовых, живем и работаем в совхозе имени Ленина. Я работаю в совхозе Ленина уже 8 лет. А я родилась и выросла в этом поселке. И видела от самых истоков, как Грудинин Павел Николаевич поднимал этот поселок, грубо говоря, с колен. Этот поселок рос на моих глазах, и я вместе с ним. Столько всяких хороших объектов построил, столько много всего хорошего сделал для людей, для детей. Построил школы, детские сады, самые лучшие в Европе, даже в мире. Построил бассейн, прекрасные парки, пруды, все облагородил, а сейчас у него пытаются все это отобрать. Мы получили от государства 60 тысяч рублей на поддержку своих детей. Нам, конечно, нужны эти деньги. Мы получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка за 2 месяца. Но в связи с тем, что государство во главе с президентом ведет такую политику в отношении нашего хозяйства, мы хотим эти деньги перечислить за совхоз имени Ленина в поддержку Павла Николаевича Грудинина. Пускай правительство и все, кто строит козни против нашего совхоза, знают, что это не мы свои деньги перечисляем в поддержку Павла Николаевича Грудинина, а это Путин во главе с правительством перечисляет Павлу Николаевичу Грудинину деньги за то, что он с ним творит. Мы хотим, чтобы у наших детей было достойное будущее, а достойнее, чем в совхозе, быть не может. Стоп. Соберем народный миллиард. Мы в доле.